Последний заказ. Три по 2,5 франка, два мороженых с персиками, два кофе. Опять работа. Хватит стонать. А это еще что? Оставь это для Мишеля. Для Мишеля, для Мишеля. Завидно? Я не виновата, что более энергична, чем ты. Иди поешь. Что это? Свиные отбивные с горошком. Когда убираешься в номерах, всегда так устаешь. Да? Может, повторить всем, что ты только что сказала? Она сказала, что Бруно прав, что он бездельник, что нас тут эксплуатируют. Ты какой-то тихий сегодня, Мишель. Может, внесешь немного веселья? Так было бы лучше. Этот пока хорошо ест, не опасен. Давай, Мишель. Вот мой пирожок. Мы тут прям настоящие.